году мы получили 18 машин. Самолет учебно-боевой, предназначен в первую очередь для обучения курсантского состава. Самолет очень хороший, обладает хорошими маневренными характеристиками, хорошей тяговооруженностью, способен нести до 3 тонн вооружения, как бомбового, ракетного, управляемого, неуправляемого. Самолет обладает спутниковой системой навигации, РСБМ. Корпусная система управления самолета предупреждает летчика от превышения предельных режимов. То есть это курсантов будет хорошим подспорьем неопытному летчику. Самолет оборудован системой приведения к горизонту, увод с опасной высоты. То есть я слышал, что он в пике не дает свалиться вообще, да? Самолет в штопор не сваливается. Штопор, да, извините. У него есть режим учебного штопора. Показать летчику явление, но штопором это не является. Самолет не дает сам себе войти в штопор.